Добрый вечер, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться те, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке. И сегодня у нас с вами на календаре 19 февраля, киевское время 19 часов. В течение суток российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов. Большинство из них по гражданской инфраструктуре. Это Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов Российской Федерации остается высокой по всей территории Украины. Основные усилия враг в дальнейшем сосредотачивает на ведении наступательных операций или действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гриняковка, Масютовка Харьковской области, Белогоровка, Краснопоповка и Кременная Луганской области, Выемка, Федоровка, Дубово, Василовка, Бахмут, Ивановская и Часов-Яр в Донецкой области. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы 23 населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. Но тут надо остановиться немножко и разъяснить, что информация о 10-тысячной группировке российских войск на границе с Сумской областью оказалась не соответствующей действительности. Сейчас уточняется, откуда издание The Times взяло эту информацию. Вот. Но в любом случае есть войска прикрытия границы, мы знаем об этом. По несколько батальонно-тактических групп примерно на один участок границы, ну это на одну область, что Сумская, что Черниговская, там до 2 батальонно-тактических групп находится на прикрытии государственной границы Российской Федерации. Далее, Купинское и Лиманское направление. Враг атакует от Плащанки и в лесах в районе Кременной. Бои продолжаются. Пока результата этих боев на сегодняшний день огласить нельзя. Линия фронта за последние сутки не изменилась. На Бахмутском направлении оккупантам удалось пробить оборону к югу от Поросковеевки. Пытаются вбить клин между Ягодным и Берховкой, а также пытаются продвинуться в Дубово и Василовку. В самом городе большинство атак отбивается, но не все. С юга враг, мы довольно хорошо нанесли потери врагу и откинули его от трассы. Враг полностью отброшен от трассы. И сегодня вдоль этой трассы, я не говорю, что именно по ней, но где-то вдоль этой трассы возобновилось полноценное, на сегодняшний день идет полноценное снабжение города, нашего гарнизона в городе Бахмут всем необходимым. И это резервы, и боеприпасы, и военно-техническое имущество, и эвакуация раненых наших солдат. Поэтому сейчас противник атакует Мариупольское кладбище с целью выйти ко всем известному самолету. Вот такие вот, это местные названия, к сожалению, не уточняются, но я думаю, что вы в комментариях напишите, а я расскажу, что такое самолет и что такое Мариупольское кладбище в районе города Бахмут. На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг продолжает атаковать по линии Красногоровка-Веселая. Ситуация пока патовая, то есть линия фронта стоит на месте, все попытки противника атаковать наши позиции разбиваются о нашу оборону. На Запорожском направлении Огневое идут позиционные бои, здесь вообще активности никакой, ну имеется в виду наступательной активности враг не предпринимает. Идут позиционные бои, перестрелки и обмены огневыми и артиллерийскими ударами. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадал Херсон сам и еще 27 населенных пунктов. Идет, наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу вдоль всей линии Днепра от Никополя до Херсона. Ну, как вывод, за прошедшие сутки по обстановке на линии фронта можно сделать следующее, что сегодняшний день принес отрицательные изменения на севере Бахмута. Да, есть вклинение в нашу оборону со стороны российских оккупационных войск, и враг использует тактику концентрации в посадках и обходе населенных пунктов. То есть они атакуют по полям и по посадкам, не заходя в населенные пункты, понимая, что они их не возьмут. Соответственно, обходя населенные пункты, наши войска получаются под угрозой полного окружения. И нам приходится покидать эти населенные пункты. Так почти повсюду со времен утраты Солидара на Бахмутском направлении враг действует именно такой тактикой. Естественно, это неприятно выглядит на карте, но это бережет жизни наших защитников. А все рассказы московских, московских корреспондентов о котлах остаются лишь ихними фантазиями. Никаких окружений, никаких котлов на сегодняшний день ни на одном направлении обороны наших войск не произошло. Ситуация тяжелая, подтягиваются вражеские резервы, потому что якобы есть приказ, разведка наша говорит, что есть приказ из Кремля к 24 февраля захватить город Бахмут. Поэтому так ожесточились бои, и видите, они на юге потерпели поражение, отступили, но на севере они получили незначительный успех и стали его пытаться развивать. Посмотрим, как будет выглядеть события вокруг города Бахмут, особенно на его северном фланге. Сейчас наступают очень сложные времена. Почему? Потому что противник усиливает свое присутствие на отдельных участках оперативных направлений. И, соответственно, интенсивность боевых действий на этих участках будет резко возрастать. Далее нам надо просто смотреть на более, я бы сказал, правдивые источники информации. Почему? Чтобы у нас не создавалась ложная иллюзия того, что происходит на том или ином участке оперативного направления. Поэтому смотрите внимательно на источники и готовьтесь к тому, что события будут развиваться стремительно, и события могут быть, не все могут быть для нас позитивными. Будут, конечно же, к сожалению, и негативные события. Вот такие, как сегодня. Вклинение в нашу оборону севернее города Бахмута. У противника возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, зенитно-ракетные комплексы приходится отправлять на заводы-производителей в Российскую Федерацию. Не может пусковая установка бесконечно долго делать пуски ракет. Естественно, она требует регламента, требует ремонта. А такой ремонт, видите, оказалось, что проводить в полевых условиях Российская Федерация не в состоянии. Поэтому С-300, часть комплексов снимается и отправляется в Российскую Федерацию. Скорее всего, будут завозиться из России, пока есть рабочие комплексы, будут сниматься с системы ПВО страны. В России эти комплексы С-300, С-400, я так понимаю, все, что было, уже здесь. Вот. И в Белоруссии стоит парочка. Вот. А так они будут завозиться сюда. И таким образом Российская Федерация будет максимально ослаблять свою систему противовоздушной обороны. На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Украины, родственники мобилизованных людей массово обращаются в Министерство обороны Российской Федерации из-за нарушения прав военнослужащих. Основными причинами жалоб стали отсутствие ротации и отпусков свыше 6 месяцев и любых перспектив в последующие 2-3 месяца, неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им еду и личные вещи. Использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения. Рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в $1000. Министерство обороны Российской Федерации на обращение граждан никак не реагирует и не будет реагировать. Так что, если кто-то надеялся получить там какой-то правовой ответ, то очень-очень-очень зря вы на это надеетесь. Авиация сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по зенитно-ракетному комплексу врага. Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 2 крылатые ракеты типа «Калибр», а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы и техники противника. Вот такая вот обстановка на сегодняшний день сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Херсона до Харькова. Это касается военных новостей. Теперь посмотрим, произошли некоторые военно-политические новости, которые, на мой взгляд, являются судьбоносными. Но судьбоносные в чем? В том, что они имеют долгосрочную перспективу, которая станет катастрофой для Российской Федерации. Ну, например, вчера прозвучало официальное заявление Государственного департамента Соединенных Штатов. Вы понимаете, вы знаете, что это Министерство иностранных дел США. И глава Госдепа Энтони Блинкен сделал следующее заявление, что на основании тщательного анализа поведения российских военнослужащих на территории Украины, Соединенные Штаты Америки с этого момента будут использовать определение преступления против человечества. Ничего не напоминает. То же самое говорили о фашистской Германии. Преступление против человечества. Только там об этом заговорили уже после Нюрнбергского процесса, здесь заговорили до Гаагского трибунала. Российская Федерация совершает на территории Украины преступление против человечества. Сегодняшнее определение подчеркивает потрясающие масштабы человеческих страданий, причиненных Москвой украинскому гражданскому населению. Это определение также отражает решительные усилия Соединенных Штатов по привлечению военнослужащих российских сил и других российских должностных лиц к ответственности за зверство против народа Украины. Вот такая вот формулировка. Я думаю, что эту формулировку разделят все западные страны. Что будет делать дальше Российская Федерация? Ну, подумайте сами. Это Государственный департамент, заявление для печати. Энтони Блинкен, госсекретарь США, заявление для печати 18 февраля 2023 года. И подчеркнуто в заявлении, да, самое главное вывод, что эти преступления не могут остаться безнаказанными. То есть трибунал будет, с Путиным или без, это уже не важно. Но все вот эти летчики, все эти артиллеристы, все эти пехотинцы, которые там расстреливают наших гражданских, которые сносят города с лица земли, они все будут осуждены как военные преступники. То же самое, что было в Германии после капитуляции 1945 года. Как показывает сегодняшнее определение, Соединенные Штаты будут добиваться справедливости для народа Украины столько, сколько потребуется. Вот такая вот ситуация разворачивается вокруг войны Украины в России против Украины. Северная Корея запустила баллистическую ракету после того, как Соединенные Штаты и Южная Корея предупредили о совместных учениях. Об этом пишет издание Reuters. Ну, там вообще, как отмечает издание, Пхеньян предупредил о сильном ответе на будущие военные учения США и Южной Кореи. Ну, Пхеньян боится, что ну, там и так надо держать в страхе весь народ, в жесткой изоляции, чтобы, не дай бог, люди не увидели, что жить можно хорошо. А не так, как они живут, как в концлагере, когда там же продукты и товары народного потребления по карточкам. Кто не знает, то в Северной Корее там у каждого есть свои специальные карточки, да, есть деньги, но ты можешь зайти в магазин, и у тебя карточки имеют определенный цвет. И по цвету этих карточек ты ищешь ценники с таким же цветом. И ты можешь купить товар только тот, который совпадает по цвету ценник и твоя карточка. И ты товар купил, ты не можешь купить там 5-10 пар, 3 пары. Нет, ты можешь купить там одну какую-то вещь, и ты эту карточку на эту вещь сдаешь. Вот такая вот система в 21 веке. Тем не менее, она существует. На России блогеры и социальные сети призывают к ударам по атомным сетям, чтобы парализовать украинские атомные электростанции. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Институт изучения войны отмечает, что российский агрегатор новостей Редовка, не знаю, правильно прочитал в транскрипции или нет, призвал российские войска к выводу из эксплуатации внешней электрической атомной инфраструктуры, чтобы это привело к аварийной остановке атомных электростанций в Украине. Вы представляете, какое безумие творится в головах вот этих людей? 9 атомных энергоблоков. И они призывают разрушить инфраструктуру, чтобы произошла аварийная остановка этих блоков. Ну, то есть они думают, что они Дункан Маклауд, что они бессмертные, или что им радиация не повредит, или если умирать, то все вместе. Как Путин говорил, все сдохнут, а мы в рай. Поэтому пусть все сдохнут, а мы попадем в рай. Вот это безумие, которое там творится в Российской Федерации, на России, это, конечно, оно пугает. И, наконец-то, западный мир начал это осознавать, что надо прекращать эту истерию и выводить людей из этого транса психоза, военного психоза, в который их погрузил Путин и его окружение. Далее, топ-генерал Соединенных Штатов Америки призвал передать Украине самолеты F-16 и ракеты большого радиуса действия для глубоких ударов по оккупантам. Об этом сообщает издание Политика. Ну, это главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Каволли во время закрытого заседания с американскими законодателями в пятницу убеждал Вашингтон передать Украине самое передовое оружие, которое поможет ВСУ выиграть войну. Ну, дебаты об этом идут уже давно, и я думаю, что мое предположение, что вместе с танками придут и самолеты. И контрнаступление вооруженных сил Украины будет начинаться уже под прикрытием боевой авиации западного образца. Ну, а самое ближайшее, что мы можем получить из оружие дальнего радиуса действия, это ракеты с дальностью 150 километров для комплексов, для МЛРС типа Хаймерс. И вполне возможно, наконец-то в ближайшее время может разрешиться вопрос о передаче нам МиГ-29 Словакии и Польши, речь о которых идет еще с весны 2022 года. То есть уже год мы об этом говорим, но а ВОЗ и ныне там. Они модернизированы под натовские стандарты и, соответственно, могут нести под крылом на своих пилонах натовские образцы вооружений, в том числе и ракеты. Вот эти планирующие ракеты или планирующие бомбы, не надо ничего переделывать, там все подвесы рассчитаны на эти натовские образцы вооружения. Газета The Times отмечает, что, помните, у нас буквально пару недель назад началась новая волна мобилизации, но ее проводят добровольно, на добровольной основе. Украина объявила о создании так называемой Гвардии наступления. и формируется как минимум 8 бригад, добровольческих бригад, которые будут осуществлять, в том числе вместе с вооруженными силами Украины, контрнаступательные операции по освобождению наших территорий. Так вот, эта новая схема очень хорошо. 1000 украинцев добровольно вступают в штурмовые бригады, которые будут задействованы при освобождении оккупированных территорий нашей страны. В офисе президента подчеркнули, что подобная схема мобилизации дала положительные результаты. Вот такая у нас на сегодняшний день такая ситуация с формированием вот этих 8 штурмовых бригад для освобождения нашей территории. Ну и еще одно сообщение, это касается воздушных шаров. Ну, вообще на военном языке это называется зонд, воздушный зонд. Как правило, используется в метеорологии и для определения метеоданных и составления метеобюллетеня. Так вот, разведка Британии говорит, что воздушные шары могут быть новой тактикой России. Ну, мы это прекрасно понимаем. Вполне вероятно, что воздушные шары представляют собой новую тактику России, чтобы получить информацию об украинских системах ПВО и заставить украинских защитников тратить ценные запасы ракет, земля, воздух и противовоздушные боеприпасы. Отмечается в разведсведении британской разведки, опубликованном в Великобритании. Напомним, Россия начала использовать эти воздушные шары с радиолокационными отражателями. 15 февраля над Киевом обнаружили 6 таких шаров, которые несли, ну, они пишут, разведывательное оборудование, но на сегодняшний день нет подтверждения, что на этих шарах было разведывательное оборудование. Уголковые отражатели были. Он на экране радара светится как новогодняя елка, то есть дает хорошую отметку, и оператор, только вот имея навыки по скорости его передвижения, по высоте, может определить, это воздушный шар или это дрон, или это что-то другое, или это ракета. Вот. Поэтому... Ну, я бы, наверное, поставил под сомнение вопрос наличия там разведывательного оборудования, потому что слишком большая дальность. Это надо как минимум спутниковый канал связи. Это раз. Во-вторых, дороговизна для таких шаров, такая аппаратура. И мы бы получали сигнал. Понимаете, мы бы пеленговали сигнал с этих шаров, который передает развединформацию. Так как они идут в режиме молчания, то понятно, что они не вернутся никогда назад, они будут сбиты, вот, или упадут сами от того, что они лопнут. Соответственно, снять информацию, если бы там была какая-то разведывательная аппаратура, то снять с нее информацию Российская Федерация просто физически не смогла бы. Вот. Поэтому шары летают как новая тактика российской оккупационной армии. Да, это вполне возможно, скорее всего так и есть. Вот. Но насчет информации, только это, будем так говорить, это инструмент обнаружения нашей системы ПВО для самолетов-разведчиков, которые летают в это время вдоль наших границ. И срисовывают места, где включаются радиолокационные станции. Кстати, наша система ПВО, уже как бы есть и сообщения, официальные сообщения, что не всегда включает РЛС и фактически не сбивает не тратит боеприпасы на сбитие этих шаров. Так что... Они могут дальше дрейфовать и либо опускаются сами от того, что достигают предельной высоты, лопаются и падают, либо их сбивают мобильные группы и другими средствами, более дешевыми и простыми, которые у нас есть в необходимом количестве. Ну что ж, вот такие вот военно-политические новости состоялись за прошедшие сутки в Украине и вокруг нашей страны. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, По традиции это ответом на ваши вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего видео будет следующий. Простите, но в прошлом выпуске было вами упомянуто, что Х-22 это баллистическая ракета, но в Википедии указано, что это сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования. Смотрите, крылатой она относит, да, там действительно так написано. Я не называл ее баллистической, эту ракету, я называл, что она, ракета Х-22, летит по баллистической траектории. Кстати, ее крылатость определяется только ее внешним видом. В том, что она имеет крыло стреловидной формы и хвостовой киль, как у самолета. Вот это, ну, на мой взгляд, единственное, что ее может приближать к классу крылатой ракеты. А так, действительно, она сбрасывается с самолета, делает по параболе, она идет, делает горку и поднимается вверх, потом выравнивается, идет по горизонтали, достигает цели и, опять же, описывая полупараболу, опускается вниз и разгоняется, ударяет в саму цель. На конечном участке траектории она корректируется, опять же, по цели с помощью вот этих головок самонаведения, которые на ней ставятся. Ей нужна большая контрастная цель, тогда она может немножко себя скорректировать. Но при этом допустимое у нее плюс-минус там до отклонения, круговое отклонение составляет 300 метров. Соответственно, это может быть плюс-минус максимальное отклонение до 600 метров вправо или влево. Вот что и имелось в виду, что летит она хоть и считается, имеет класс как бы крылатая ракета. Это 58 год начала разработки, 1963 год первый пуск этой ракеты. Поэтому за счет ее внешнего вида и за счет стреловидности формы крыла она названа крылатой, за счет того, что она имеет крылья. Вот, а не стабилизаторы, как у обычной баллистической ракеты. Ее назвали крылатой, но тем не менее летит она исключительно по баллистической траектории. Так что ничего сложного здесь нету. Я не думаю, что кто-то из нас, ну, как бы я не собираюсь спорить с Википедией. Это игра слов. Следующий вопрос. Какие меры противодействия белому фосфору, не запрещенного, но ограниченного протоколом 3 Конвенции ООН по конкретным видам обычного вооружения? И как спастись от напалма, хотя в Российской Федерации его явно нет? Смотрите, давайте так. Какие меры противодействия белому фосфору, практически мер никаких нет. Единственное, что надо либо стать под какой-то навес, либо накрыться чем-то таким, что могло бы там хотя бы какое-то небольшое время, хотя бы секунд там 10, сдерживать, не прогореть сразу же, понимаете? Потому что когда капля горящего фосфора падает на какую-то накидку, и сколько она продержится, эта накидка, от полного прожигания, чтобы капля провалилась дальше. Вот это и есть время вашей безопасности. Если вы стоите под навесом, то вообще никаких проблем нету, потому что он летит. Если ветреная погода, то ветер, да, может сносить под углом. Он как дождь, как капли дождя. Вот вы укрываетесь от дождя, да, используете что? Зонтик. Так вот, то же самое надо делать для того, чтобы противодействовать белому фосфору. Если белый фосфор попал на вашу одежду и вы не успеваете снимать куртку, очень проблематично. Бушлат еще можно попробовать сбросить, или броник там попробовать сбросить, чтобы он не загорелся, и тушить его уже не на себе, а на земле. Вот. А если на какую-то одежду, которая менее толстая, то единственное средство борьбы с белым фосфором — это мокрая тряпка. Мокрой тряпкой, свернутой в несколько слоев, надо накрыть то место, куда попал белый фосфор. Только в таком случае, прекратив доступ кислорода, вы можете потушить белый фосфор. Вот. Но не забывайте, что он может воспламениться, опять же, при взаимодействии с кислородом. То есть, когда тряпка будет снята, он может по новой возгореться. Вот этим белый фосфор и отличается от напалма. Напалма в России полно, так же как у нас напалма полно. Он стоит в бочках, загустевший напалм разводится обыкновенным бензином. Он имеет такую форму, ну, типа пластилина, ну, такого липучего пластилина. Или, знаете, как засахарившийся мед, вот можно так сравнить. Когда в него добавляют бензин, его можно размешать, ну, вплоть до жидкой консистенции. Напалм такое же имеет свойство, как и белый фосфор. То есть, если он попал на тело, его стряхнуть нельзя. Ну, вот я приводил примеры, когда первый раз отвечал, где-то полгода назад был такой вопрос, то попав на тело, вот мед, если капелька попала на руку, попробуйте ее смахнуть. Ее никогда не смахнете, ее надо смывать. Да, вы частично можете ее смахнуть, но мед все равно останется. Причем останется на обоих руках. И на той, которой вы смахиваете, и на той, на которой упала эта капелька. Вот такой же принцип действия и напалма, и белого фосфора. Почему напалм в последнее время не применяется, а его заменили белым фосфором? Потому что напалм надо поджигать. Для напалма нужны детонаторы, которые будут создавать очаг пожара. То есть его надо зажечь. Тогда он горит. Мелкие капли, мелкие брызги, они горят. А белый фосфор сжигать не надо, он воспламеняется при контакте с воздухом. Как только снаряд вышибает, вышибной заряд срабатывает, вылетает вот эта капсула с белым фосфором, она разлетается как хрустальная ваза, и вот эти брызги белого фосфора, попав в воздушное пространство, они самовоспламеняются. И, соответственно, у него температура горения белого фосфора намного выше, чем у напалма. Вот поэтому перешли именно к белому фосфору в этих боеприпасах. А самого напалма, поверьте, в инженерных подразделениях его валом. На инженерных складах бочки стоят с напалмом. Вот. И он применяется, ну, он в разных там применяется инженерных действиях, но тем не менее он есть. Даже вот здесь, когда готовились, уже когда шли бои на подступах к Киеву, я знаю, что группа наших ребят с территориальной обороны, я помогал им тоже в этом плане, разрабатывали из напалма фугасы, делали самопальные фугасы для борьбы с бронетехникой российских оккупантов здесь под Киевом. Ставили вдоль дороги, и как только появлялись бронеобъекты или скопления пехоты, вот этот фугас самопальный выстреливал, как типа мини-миномета. И вот таким образом жгли бронетехнику и личный состав противника. Вот такая вот история с напалмом. Но напалма полно. Следующий вопрос. У американцев есть классный штурмовик А-10, особенно показавший свою огромную эффективность в Афганистане. Передадут ли Украине и хорошо ли он будет работать с парой F-15, F-16? Задаю разные вопросы, все интересно узнать. Буду вам благодарен за ответ и спасибо заранее. Смотрите, дело в том, что штурмовик сегодня нужна машина более современная, более скоростная, более защищенная. Сегодня штурмовики не работают в том классическом понимании, как они должны работать. Как они работали там во вьетнамскую кампанию, в афганской войне, как они работали в войне в Персидском заливе. Вот, в нескольких войнах в Персидском заливе. Нет, сегодня такого нет. Сегодня насыщенность средств ПВО, особенно переносных, там, зенитных, пулеметных, огромнейшая. Поэтому нужна машина, которая может работать в таких условиях, более современная. И, на мой взгляд, наиболее подходящая машина — это F-16. Он все-таки и сверхзвуковой, и может развивать скорость. Может работать как штурмовик с дистанции дальности применения оружия, а 10-й он все-таки дозвуковая машина, это будет то же самое, как Су-25. Вот мы свои Су-25 уже очень и очень редко применяем, а Россия, ну, у них, к сожалению, запас есть еще, и поэтому они гоняют их, и мы их постоянно сбиваем. Постоянно, смотрите по сфоткам. Постоянно сбиваем. F-15 это истребитель. Это чистый истребитель, хорошая машина, ничего не могу сказать о нем как бы плохого, вот, но это истребитель. Сегодня она нам, ну, истребитель не нужен. Воздушные бои закончились. Это был первый месяц войны, когда были воздушные бои, в том числе и над Киевом, над другими городами, вообще над территорией Украины. Сегодня это, такой необходимости нет. Поэтому я думаю, что надо останавливаться. И, скорее всего, речь будет идти, если речь будет идти о передаче, то это будет F-16. Не один раз слышала от разных военных экспертов о необходимости на поле боя многоцелевых САУ минометов. Нам приходится уже сейчас и предстоит в будущем уничтожить огромное количество пехоты врага и техники ближнего боя. Ведутся ли вообще переговоры с союзниками о поставках этого оружия? На мой взгляд, они уже должны поставляться, чтобы сберечь как можно больше жизней наших бойцов и значительно повысить интенсивность уничтожения врага. С уважением, Ирина. Ну, вы абсолютно правы, Ирина, но скажу так, что судя по тому, что мы каждый раз открываем пакет помощи и там нет минометов, максимум, что там есть, это мины калибра 120 или 82-миллиметровые к советским минометам, которые есть у нас на вооружении. Это проблема. Почему наш министр обороны не уделяет этому внимания, сказать очень трудно. Может быть, генеральный штаб не подает такой заявки, а может быть, кто-то считает, что эти минометы нам особо не нужны. И наша пехота, соответственно, ценой своей жизни платит за отсутствие такого вида вооружения, как миномет. Особенно самоходный миномет. Почему самоходный? Потому что он на бронированной базе, более защищенный и более маневренный для применения. А нам действительно, у нас наступают тяжелые времена. Вот, кстати, бои в районе Бахмута, противник имеет успех именно из-за того, что мы не успеваем просто косить эту пехоту. Просто физически мы не успеваем. А минометов катастрофически не хватает. Или мин к минометам тоже катастрофически не хватает. Поэтому трудно ответить на этот вопрос, почему Министерство обороны так игнорирует такой вид вооружения, как минометы. Вы сказали, что военный успех ускользает от вооруженных сил страны-агрессора. Но у них же в запасе 300 тысяч военных еще есть. Если у нас такие проблемы от этого наступления, а они, как говорится, еще даже не начинали, если они введут их на тот же Донбасс, то нам сильно поплохеет. Нет, нам не поплохеет сильно. Дело в том, что эти 300 тысяч, они уже здесь. Даже не 300, больше. Мы ожидаем, что к концу февраля, то есть вот к началу марта, 400 тысяч будет в Украине. Но это все. Я говорил там, что там может быть около 200 тысяч еще солдатиков есть, срочников в вооруженных силах Российской Федерации. Но срочников, пока они не подпишут контракт, никто сюда не погонит. А они сегодня не спешат подписывать контракт. Это первый момент. Второй момент, вы не забывайте, что эти срочники сегодня тянут на себе полностью жизнеобеспечение всех воинских частей. Это погрузка техники на платформы, это транспортировка этой техники и сопровождение от мест хранения до мест ремонта, потом от мест ремонта до мест вручения техники личному составу. Это обеспечение жизнедеятельности части, то есть это внутренняя охрана и оборона этих частей, внутренний наряд и так далее и тому подобное. Плюс военно-морские силы, там часть вот этих солдатиков, это военно-морские силы, плюс это ВКС, подразделение обеспечения, где личный состав, без которых не могут летать пилоты. Они тоже принимают участие в обеспечении полетов боевых летчиков. Поэтому все, что есть у России, уже есть. Уже нечего нам плохеть, понимаете? Вот в чем главная фишка. Все, что они могли, они собрали. То, что толпа будет увеличиваться, количество атак может быть увеличено, да, согласен, может быть. И где-то в марте месяце мы ожидаем, что Российская Федерация выйдет на так называемый пик своих боевых возможностей в плане уже этих возможностей. Почему? Потому что сегодняшние 400 тысяч российских оккупантов на нашей территории кардинально отличаются от тех 170 или 150 тысяч, которые были летом. Летом было намного тяжелее воевать, потому что там была регулярная армия, там были обученные контрактники, там были подготовленные военнослужащие. Сегодня это мобилизованные. И их уровень подготовки намного-намного ниже. И они пока что выигрывают только к своим количествам. Качество подготовки этих мобилизованных довольно-довольно низкое. Поэтому плохеть нам уже не от чего. И только это будет более трудная задача в плане того, что их надо будет перемолотить. Вот и вся разница. А еще 300 тысяч, ну если Путин наберет там к середине или к концу лета еще 300 тысяч, если наберет. Он сегодня даже боится объявить, посмотрим, вот федеральное собрание 22-го, у него там обращение через 3 дня, посмотрим, хватит ли ему смелости объявить вторую волну мобилизации. Я уже не говорю про военное положение там и всеобщую мобилизацию. Так что вот такой еще расклад по России. Вот. Поэтому нечему нам тут плохить. Усі мас-медіа лякають нас, що Росія готує нам подарунки до річниці вторгнення. Ми втягнули голову в плечі і чекаємо. А що Україна? Чому б нам не зробити подарунок Русні до річниці, щоб вони закляли на певний час в повній бездіяльності від несподіванки? А хто вам сказав, що ми такої неожиданності їм не готуємо? Вполне може бути. Единственное, я скажу, что я не ожидаю, что Россия может на сегодняшний день приготовить нам что-то такое сверхординарное. Даже там массированный этот ракетно-авиационный удар, который они, может быть, готовят к 24 числу, ну, я не думаю, что это будет для нас какой-то супер неожиданностью, что ли. Мы готовы. И я уже объяснял неоднократно, что мы выдерживали удары по 100 ракет. На сегодняшний день собрать 100 ракет для России это огромнейшая проблема. Вот. Это во-первых. Во-вторых, запустить сюда авиацию, так у нас средств ПВО достаточно для того, чтобы ее сбивать, эту авиацию. Смотрите, сколько раз они уже, то, что они там срисовывают наши... А по воздушным шарам очень хорошо, что Россия их начала применять сейчас. И сегодня наши операторы уже имеют навыки, как их отличать и как их пропускать. Пусть себе летят. Для этого есть мобильные группы, для этого есть тероборона, которой разрешено открывать огонь из всех видов оружия, вплоть до стрелкового, по этим шарам. Эти шары будут сбивать, но ПВО, поверьте, не будет на них реагировать. Вот, на эти шары. Все внимание будет ракетам и самолетам, если таковые появятся в нашем воздушном пространстве. Так что в принципе, мы готовы. Но есть еще политический аспект. Китай хочет 24 числа огласить свой мирный план по урегулированию конфликта, по регулированию войны России против Украины. И в Китае день наступает намного раньше, чем в Москве. Разница практически там где-то в среднем 8, нет, с Украиной, это у них 8 или 7 часов. Вот. Но полдня практически светового. И после оглашения Китаем вот этого плана, если они с утра его опубликуют или Си Цзиньпинь выступит там с обращением, допустим, к нациям и народам, то и Путин после этого двинет армаду, авиационно-ракетную армаду против Украины. Ну, я не думаю, что Путин такой смелый парень, чтобы выступить так открыто, плюнуть в лицо китайскому лидеру. Нет. Он перед ним заискивает, лебезит и готов согласовывать с ним все вопросы, только бы, чтобы Китай его поддержал. Так что я не думаю, что Путин готов плюнуть в колодец, из которого пьет воду. или пытается напиться, чтобы ему разрешили, просит, чтобы разрешили ему напиться с этого колодца китайского. Вот. Так что посмотрим 22 число, что нам принесет, там, обращение к Федеральному собранию. Если это будет речь опять пшик, как очередная, то я не думаю, что стоит ждать что-то там супер или сверхъестественного или мощного в военном плане 24 февраля. Здравствуйте, в этом видео вы упомянули про оператора пуска ядерных ракет. А как отбирают людей на эту работу? Каким характеристикам должен обладать человек на такой должности? Это ведь сильный стресс. Знать, что ты одним движением пальца убил тысячи людей. Я имею в виду, как определяет, что человек способен на это. Я думаю, это очень непросто решиться нажать. Нет, это очень просто. Очень просто. Почему? Потому что в воинских коллективах создается общественное мнение. И человек, который, чем ответственнее должность у человека, который, допустим, управляет оружием, чем это оружие мощнее, тем больше у него гордости за то, что он это может сделать. Я убиваю. Они же вправляют мозги и говорят, вы же убиваете врагов, и ты должен гордиться тем, что ты убиваешь врагов. И поэтому он со стервенением и с огромным энтузиазмом жмет на эту кнопку, поворачивает ключ. И еще вы не забывайте, что это дистанционные средства борьбы. Вот психология вступает в действие, когда контактный бой, когда пехота, танки, артиллерия, хотя артиллерия тоже на длинных дистанциях ведет противоборство с противником. И когда ты дергаешь за спусковой шнурок пушки, ты думаешь, блин, надо бы их побольше убить. Побольше, потому что это победа. Чем больше убьем, тем быстрее победим. Понимаете? Вот такая вот... Конечно, когда прилетает по огневой позиции, тогда мысли другие могут возникнуть в голове. А когда ты сидишь в теплой рубке оператора, там тепло, там в современных мобильных комплексах кондиционер, и ты четко, как машина, с патриотизмом во всю ширину своей груди вдохнул воздуха, ты отвечаешь, есть, так точно, получил, там, вводишь команду, раз, загорается зеленый транспарант готовности или там снятие блокировок, тухнут лампочки красные, снятие блокировок, и у тебя распирает эта гордость, поворачиваешь ключ, нажимаешь кнопку, и ракета ушла, и ты вау, мы врагов победили. К сожалению, вот так промывают мозги. Вот так. Поэтому говорить о том, что там... А вот насчет отбора, в советское время, да и сейчас, я думаю, сильно не изменилось. Вопрос отбора, он довольно вторичен. Во-первых, стараются ракетные войска, считается... Смотрите, как идет градация. Ракетные войска стратегического назначения всегда были номер один по отбору. Туда отбирали в основном призывников или лиц в офицерский состав славянских национальностей. Так это называлось в Советском Союзе. То есть там представителей Азии не было. Не было Кавказа, не было. А вот именно славянские считались, это вот русские, украинцы и белорусы, это в Советском Союзе, вот они в основном попадали в ракетные войска стратегического назначения. То есть там белые лица, это не пехотный полк, что там Азия, выходишь на построение и там ни одного белого лица. Там все представители юга, вот этой вот Центральной Азии, все, что в Советском Союзе было. То же самое сейчас примерно осталось. Вы посмотрите, кто пехота. Буряты, боевые буряты, как их называют уже в этой войне. Да? Дагестанцы, кабардино-балкарцы, чеченцы. Кто? Где русские, где белорусы? Белорусы есть там, наемники. Вот. А в РВСН там были вот именно представители таких. Да, комитет или особый отдел, это 9-й отдел был в советской армии, я думаю, он сейчас контрразведка. Они проверяли подноготную, чтобы не было там родителей диссидентов, судимостей и там прочих каких-то. Проверялись эти люди и, естественно, они подписывали все соглашение о неразглашении, им присваивался тем, кому положено было форма 3 допуска к секретным документам, потому что коды являются секретными. Вот, и они могли работать с секретными документами. Вот так вот проходил отбор. А дальше все накачка, психологическая накачка человека, что ты ж за отечество, ты ж за родину, врагов надо убивать. Кстати, американские летчики тоже гордились, когда первую бомбу сбрасывали, что они верили в победу США и понимали, что они летели с твердой уверенностью, что без сброса этой бомбы никто... Вот второй экипаж, который уже вторую бомбу сбрасывал, они пролетали над местом, где была первая. И у них было впечатление совсем другое. Но после того, как они увидели результаты первого взрыва. Поэтому это довольно такая сложная система психологической обработки личного состава. Добрый день. В одном из информационных источников появилась новость якобы из Мюнхена, якобы от Блинкена, что Китай собирается передавать летальное вооружение для Российской Федерации. Насколько это может быть правда, не могли бы вы затронуть этот вопрос? Давайте разъясним. Да, действительно, Блинкен сказал о том, что в Мюнхене, он сказал о том, что Китай начинает потихонечку помогать Российской Федерации. И на сегодняшний день Китай старается расширять номенклатуру военно-технического имущества нелетального характера для передачи России, для поддержки России в этой войне. Да, о таком Блинкен сказал. И еще Блинкен сказал фразу о том, что Китай неуклонно приближается к той черте, когда он может начать передавать летальное вооружение для Российской Федерации. Вот об этом сказал Блинкен. Именно так он сформулировал, что Китай приближается к этой черте, к передаче летального вооружения для Российской Федерации. Но, опять же, продолжил Блинкен, что Соединенные Штаты делают все возможное для того, чтобы этого не случилось, чтобы Китай не начал передавать вооружение Российской Федерации для ведения этой войны против Украины. Поверьте, Соединенные Штаты заинтересованы. Китай, думаю, что тоже заинтересован не помогать России. Скорее всего, Китай использует Российскую Федерацию как разменную монету в переговорах с Соединенными Штатами. С одной стороны, большая экономическая зависимость Китая. Мы уже говорили об этом с вами неоднократно. Около 35% экономики Китая завязана на Соединенные Штаты Америки, там, точнее не экономики, неправильно сказать, ВВП. 35% ВВП Китая — это американский рынок. Вот. Поэтому Китай, я не думаю, что сегодня готов идти на конфронтацию. В торги, да, он будет участвовать, будет торговаться. Вот, и, соответственно, с Соединенными Штатами. И, соответственно, может торговаться именно тем, что а вот дадим мы оружие или не дадим. Как вы на это смотрите? Пойдете на уступки или не пойдете? Наступне питання. Щодо повітряних куль, у вас глибоко помилкове уявлення, шановний пане Олеже. Вони можуть літати на висоті 30 км, незалежно від їх розмірів. Ні. Такий вопрос... Этот самый. И смотрите, дело в том, что действительно по вот этим вот зондам рекорд составляет 30 километров. Да, есть такое, что поднялся японский, по-моему, зонд, поднялся на высоту там порядка 28 километров. Но вот эти зонды, метеозонды, у них максимальная высота до 5 километров. Дальше шар лопается. Почему? Потому что падение давления его раздувает, и он лопается. Для того, чтобы он поднялся на высоту там, 10, 20, 30 километров, нужна специальная клапанная система, которая будет стравливать давление, причем внутри самого зонда. Причем так стравливать, чтобы он не потерял несущую способность. этот зонд. Это довольно сложная электроника должна работать на этом зонде. Вот. Вспомните, как летают воздушные шары. Стоит газовая горелка, газовые баллоны закидываются в корзину, да, и путем нагревания воздуха регулируется высота полета воздушного шара. Как поднимаются зонды в стратосферу? То же самое. Стоит автоматика, которая регулирует давление внутри шара, для того, чтобы его не раздуло и он не лопнул. Потому что на высоте уже там выше 3000 метров человеку уже дышать тяжело. Там давление намного ниже, чем у поверхности Земли. А на высоте Эвереста так без кислородного баллона альпинисты умирают от нехватки кислорода. И кровь может закипеть. При разгерметизации самолета может произойти, как, я не знаю, как называется в медицине эта болезнь, когда идет резкое выделение кислорода из крови. И человек просто умирает. У космонавтов при разгерметизации то же самое происходит. Вот. И шар раздувается, понимаете, и лопается. Поэтому зонды, которые летят с уголковыми отражателями, как правило, они выше 5 километров не поднимаются. Начиная от 3 километров он может лопнуть в зависимости от того, как его накачал оператор. Там же оператор накачивает его с баллона, и, как правило, нету там это делается практически на глаз. Есть там счетчик литров этих газов, но, поверьте, опытный там сержант или прапорщик, который руководит этими работами из расчета метеостанции, откуда брались эти зонды, он уже на глаз по размеру шара знает, там, плюс смотрит, ага, поднимает, нормально этот уголковый отражатель, запускай, они его запускают, все, он полетел. А дальше уже как судьба ляжет этого шара. Поэтому про 30 километров вы абсолютно правы, но это те зонды, которые имеют автоматику регулирования давления. И да, они могут, и рекорд на сегодняшний день 28 километров японский зонд поднялся на такую высоту. После развала Советского Союза в Украине ракеты какой дальности были? А если были, то куда они делись? Ну, вы вообще так, Евгений, вы вообще не отслеживаете ситуацию. В Украине были крылатые ракеты, были стратегические бомбардировщики. У нас был в Полтаве целый полк Ту-22М3. Кстати, наши полтавские бомберы принимали участие именно в тех учениях, на которых погибла подводная лодка «Курск». Причем наши летчики умудрились сделать таким образом заправку машин, что им хватило одной заправки беспосадочно до Норвежского моря и обратно. Они отбомбились там, выполнили боевую задачу, это были совместные учения, и вернулись назад. Кстати, одна из версий была, что якобы наши бомбардировщики забомбили подводную лодку «Курск». Ну, это в версиях там рассматривалось. Вот. Так что у нас были стратегические бомбардировщики, у нас была целая эскадрилья Ту-95. Мы ее передали Российской Федерации в расчете за энергоносители. Они отдали. Она потом дислоцировалась в городе Красноярск, 15 машин. Там некоторые машины имели по 30 часов налета, то есть они были абсолютно новые. Одну они разбили там в районе Красноярска через несколько лет, остальные, я так понимаю, где-то сейчас в районе Энгельса и пускают ракеты по нам. Кстати, ракеты Х-22, ракеты Х-55 и ракеты Х-101 мы передавали. У нас было порядка 400, 358 или 385, что-то такое. Ну, до 400 ракет, крылатых ракет с дальностью пуска 1500-2000 километров были в Украине. Все они, Ту-22М3 часть забрала Российская Федерация, часть мы порезали под камеры, пилили там, долбали, рвали на куски. Ту-95 мы отдали, забрала Россия. Ракеты все забрала Российская Федерация, всех типов крылатые, которые у нас были. И были еще Ту-160, и тоже их забрала Российская Федерация. Из числа тех, которые были на крыле, которые можно было поднять в небо и перелететь в Россию. Поэтому все мы... Да, кстати, вот я почему удивился вашему вопросу, потому что буквально еще месяца 3 назад когда начали применяться, точнее летом, когда начали применяться вот эти Х-22 ракеты с стратегов Ту-22М3, сразу же все сразу вспомнили, что нашими же ракетами по нам и стреляют, по нам и пускают. Вот такой расклад в авиации и в ракетах был на момент передачи Украиной. Это все передавалось в рамках передачи ядерного вооружения. То есть в рамках Будапештского меморандума. Кроме Ту-95 они были переданы позже, когда там были уже у нас терки с Россией по поводу оплаты за газ, нефть там и прочее. На вопрос. На карте Deep State в некоторых участках фронта нет серой зоны. Что это означает? Это то и означает. Карта отображает максимально правдиво и максимально корректно старается отображать линию фронта. Это значит, что между позициями может быть расстояние 100 метров. У нас такое было в Песках, у нас такое было в Авдеевке, у нас такое было, по-моему, в районе Ясиноватской развязки. В Марьинке было там 140 метров между окопами. То же самое здесь. И если расстояние вот нос к носу, что можно с РПГ дострелить, даже с подствольного гранатомета можно добить до позиции противника. Так что карта именно так и отображает. Там, где есть серая зона, там ее отображает. Где нет серой зоны, соответственно, позиции один в один, нос к носу сидят наши бойцы на оборонительных рубежах напротив врага. Доброго вечора. Розтолмачте дилетанту, чому не можна підняти літаком чи гвинтокрилом пакет зі снарядами Хаймерс хоча б на декілька кілометрів і там запустити? Чи є можливість підняти колісний Хаймерс маса 16 тонн гвинтокрилом, наприклад, МІ-26 піднімає 20 тонн, здійснити пуск у повітрі? Вы не осуществите пуск. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы пускать Хаймерс, нужна стабилизированная платформа. То есть он должен стоять на твердом грунте и, соответственно, должен быть сориентирован в пространстве. Почему? Потому что снаряд, как только вылетает, он сразу ищет спутники. И если он не знает, если в снаряд не заложены исходные координаты места точки пуска, то он может не найти спутники до самого прилета к месту цели. Невозможно это сделать. Нужна стабилизированная платформа. Плюс вряд ли вертолет может удержать при пусках ракеты будет раскачивание этой платформы. Она будет крутиться, она будет раскачиваться. Кто ее будет держать? Кто будет делать жесткие крепления? Ну, это фантастика, понимаете? Чтобы поднимать вертолетом и пускать. И вопрос, зачем это делать? Зачем? Вы думаете, что вы так увеличите дальность полета? Но это не абсолютно... Это абсолютно не повлияет на дальность. Точность у них обеспечивается и таким образом. Вот. А поднятие на высоту, оно может еще ухудшить эту точность. И не факт, что вертолет удержит. А если порыв ветра, с подъемом высоты порыв ветра, и что платформа раскачалась, начала крутиться. Что дальше? Куда пускаем? Как привести в боевое положение Хаймерс, который стоит в походном положении на платформе, ему надо поднять пакет, надо его развернуть, надо опустить опорные лапы для того, чтобы машина перевелась в боевое положение. Там же куча блокировок, чтобы он не выстрелил в кабину сам себе, не сделал пуск. И без опорных лап он тоже пуск нельзя будет здесь сделать, потому что машина может раскачаться и вплоть до того, что опрокинуться. Вот, так что нет, Это нереально, это из области фантастики. Или это обычно в кино, в боевиках, там открыли люк самолета, из танка там бабах, который стоит в самолете, сделали выстрел. Да самолет слетит, упадет с крыла и разобьется, если танк так сделать. Его сорвет с креплений, и танк вылетит с другой стороны. Танк, чтобы вы понимали, допустим, выстрел, мощность выстрела танка, вот при его весе в 46 тонн, танкисты иногда в Афганистане заводили танк путем выстрела прямой наводкой. Ставили на заднюю передачу, включали массу, прокачивали топливо и выстрелом заводили танк на задней передаче. Вот что такое выстрел из танка. А Хаймерс, ракета раскачивает машину в обе стороны. Сначала, когда набирает тяговое усилие, стопор ее держит, он тянет машину вперед. Потом машина идет, когда стопор сорвался и снаряд ушел, машина идет, вот, откатывается назад, раскачка. Ну, это нереально. Ну что ж, ну вот на таком немножко веселом вопросе про реальность таких идей. Мне нравится то, что у нас люди мыслят креативно, мы готовы изобрести все что угодно, хоть фантастический какой-нибудь, звезду смерти, как в «Звездных войнах», да, Джорджа Лукаса, хоть звезду смерти, лишь бы перемогти и лишь бы прогнать врага с нашей территории. Вот такой изобретательный у нас народ. Ну что ж, у нас остается с вами третья часть. Это пожелания, приветствия и комментарии, которые вы написали к предыдущим видео. И я их озвучу. Первый комментарий, наверное, сейчас посмотрим, да. Будет следующего содержания. Сумчане пишут. Сумщина, не расслабляемся. Фейк или не фейк, а рашисты там в Курской области есть. Рвануть сюда могут. Никто, кроме нас, защищать нашу область не будет. Наше будущее и будущее нашей области зависит только от нас самих. Слава Сумской терробороне. Ну вот этим мы и сильны. Тем, что мы готовы за свое мы готовы голову оторвать и горло перегрызть кому угодно. По поводу заявлений Китая. Именно 24 февраля, думаю, не случайно. Скорее всего, Путин в речи своего обращения должен сказать или перед этим сделать какую-то очередную супергадость. Китай об этом узнал и таким образом предостерегает от этого шага. Может быть, что Китай действительно, зная, что 22-го Путин может сказать какую-то гадость, что может привести к конфронтации в войне, а это, например, может быть там вторая волна мобилизации или военное положение в России объявлено. Вот. Китай решил, что 24-го, в годовщину начала массированного вторжения российских оккупационных войск в Украину, решили они вот так вот встречное предложение от Китая, мирное предложение по урегулированию этого конфликта. Как интересно, по-разному подается информация. В нашем медиапространстве это Беларусь высказала желание собирать Су-25, я так полагаю, на базе авиаремонтных предприятий. А от заказов российского ВПК местные заводы хлопают в ладоши. Ну, вы альтернативу не представили. В нашем медиапространстве Беларусь высказала, а на самом деле это заказ военного ВПК России. Ну, в принципе, нам все равно, чей это заказ, и либо это просьба Белоруссии дать им этот заказ, или это требование Путина разместить заказ ВПК Белоруссии. Нам все равно. То, что Белоруссия собирает самолеты, она ставит себя на одну ступеньку с военными преступниками от Путина и до последнего солдата российского, воюющего в Украине. Олег, я из Сумской ТРО. Был минусован танк, у которого приборы прицеливания были с наклейкой «Произведено в Народной Республике Китай», а не «Made in China». Ну, вы знаете, я сначала, конечно же, посмеялся, что так может быть, а потом вспомнил, что да, для российского рынка это может быть, они иногда пишут именно на русском языке, что сделано в КНР или сделано в Китае. Еще такой вариант может быть. Ну, кстати, о том, что, видите, китайские комплектующие в российских танках, ну, абсолютно неудивительно. Что приборы прицеливания, может быть, сборная солянка. Живем в Мюнхене, много друзей среди немцев. Мы, украинки, никогда не молчим, они всегда знают, когда бомбят, когда и где каждый день умирают наши люди. Они тоже смотрят наши новости и каждый раз спрашивают меня, как твоя семья, все живы. Когда меня спросили самый большой страх, я ответила, не страшно было умереть, если ракета убьет сразу. Страшно умирать долго под завалами от боли, не дождавшись помощи. Да, это самое страшное. Вот, кстати, землетрясение это демонстрирует, когда сейчас людей там уже на 11 или какой день после землетрясения еще достают живыми, слава богу, достают живыми из-под завала. Добрый день, привет из Казахстана. Украинцы, данки, алга Украина, вперед Украина, слава Украине, все будет Украина, перемога Украины и возвращение всех оккупированных территорий. Доброго здравия. На днях разговаривал с наемником оккупационных войск. По его мнению, на фронте две армии наемников и мобилизованных. Одна мотивированная и боеспособная, другая мобилизованная. Постоянно выводят из строя технику, саботируют при наступлении. Из 5 танков половина не выходит на линию боя. Артиллеристы стреляют не по врагу, а в сторону врага. Быстро расстреливают боекомплекты и уходят с позиций. Никто из артиллеристов, имея координаты, не выставляет орудия, просто направляет в сторону врага, никакой точности. Постоянно выводит из строя машины, начинает тянуть гаубицы, машина встает. Назревают конфликты, пока словесные, между наемниками и мобилизованными. Ну, спасибо за такой подробный отчет о состоянии, моральном состоянии и техническом состоянии дел у врага. Добрый день. Спокойствия, терпения и сил для преодоления всего ужаса, принесенного нам русским миром. Смотрю и слушаю информацию из Украины. За все сообщения и разъяснения большое спасибо. У меня к вам лишь одна просьба. Не хайте Молдову и молдаван в 90-92 году. И до сих пор, благодаря украинскому руководству, остался этот русский анклав на левом берегу Днестра. А исчезнет он лишь только тогда, когда пожелает Украина. И перестаньте называть оккупированную территорию Молдовы каким-то Приднестровьем. Хочу вас заверить, что также сегодня очень много молдаван готовы взять оружие и бороться вместе с украинцами против русского фашизма. Слава Украине! Я вас только чуть-чуть подправлю, я не критикую, никогда не говорил там. Я говорю, что вы не занимались вопросами национальной безопасности в том объеме, что сегодня Молдова пришла, стоит на пороге кризиса в части своей территории в Приднестровье, и сил и средств для его разрешения у Молдовы нет. Вот что меня вызвало. Что касается контингента российских войск, то тут вы не правы, вот тут я вас немножко подправлю. Смотрите, в Советском Союзе существовала такая так называемая ставка юго-западного направления войск. Она была по мирному времени кадрированная, то есть свернутая, а разворачивалась только по войне. В Кишиневе располагался штаб этой ставки. Вот он был развернут, там было где-то порядка 300 или 500 офицеров и обслуживающий, ну, плюс обслуживающий персонал. Так вот, эта ставка юго-западного направления разворачивалась на базе Прикарпатского и Одесского военных округов. И ее задача была контроль, захват южной части Европы и контроль Босфора и Дарданелл проливов. Кстати, в Измаилская воздушно-десантная дивизия «Измаил», их боевая задача была захват Дарданелл. Контроль для того, чтобы не допустить входа натовских кораблей в Средиземное море. Так вот, а в Дубасарах, там, на территории, вот так называемой, на территории задний стром, на территории Молдовы, располагалась 14-я армия, которая становилась костяком этой ставки, на которую наращивались остальные части. И этот гарнизон существовал в советские времена, был сформирован после Второй мировой войны. Так, и там же были, откуда огромные склады боеприпасов в Дубасарах. Именно потому, что эта армия по войне разворачивалась во фронт, формировала фронт, фронт юго-западного направления. И, соответственно, когда развалился Советский Союз, генерал Лебедь предложил не выводить армию из Приднестровья, а оставить ее там. А потом есть такой человек по фамилии Козак, он сейчас в администрации Путина. Он был автором политического проекта создания вот этой ПМР, так называемой, на этих территориях. Но первым инициатором был генерал Лебедь. Не уводите войска, оставьте там армию, оставьте боеприпасы, мы еще будем тут воевать. Когда-то говорил в свое время покойный ныне генерал Лебедь. Вот. А потом это быстро оформили политически, и когда Молдова попыталась защитить свои интересы, вот тогда была вот эта война, которую опять же Россия представила как гражданскую, хотя мы прекрасно понимаем, что это была война, такая же война, как в 2014 году на Донбассе с коллаборантами, с сепаратистами и коллаборантами. Вот. Но костяком военных действий была российская армия. Вот. И в результате образовалась не Украина. Украина единственное, что обеспечивала, это всегда обеспечивала транзит через свою территорию в поставках для обеспечения этой группировки войск. Но нельзя винить Украину. Почему? Потому что Молдова ни разу за все это время, даже, кстати, Майя Санду, при всем уважении к ней, до сих пор ни разу Молдова не обратилась официально к Украине для того, чтобы закрыть этот транзит, для того, чтобы помочь организовать, допустим, военно-техническую блокаду этого региона. У вас, кстати, почему не получилось ДНР, ЛНР в Украине, вот, проект «Новороссия»? Потому что мы от Донбасса и Луганска мы не зависели экономически. А вы очень сильно, вся тяжелая промышленность Молдовы сосредоточена на этих территориях. Посмотрите, какой у вас товарооборот с вот этим Приднестровьем. Огромнейший. И они на этом вас поймали. Что вы не смогли полностью отказаться и заблокировать эту территорию. Даже с нашей помощью. Может быть, поэтому и не обращались к Украине прекратить транзит грузов военного назначения. Или двойного назначения. Особенно двойного. Военного, может быть, и было обращение. Может быть, мы запрещали, кстати, военного. Да, извините. А вот двойного назначения никто товарооборота не запрещал. Вот. А у нас это сложилось совсем по-другому. Так что вот так вот на вот таком вот разъяснении мы готовы сегодня помочь вам. Но опять же мы ждем, мы не вмешиваемся в дела суверенного государства, мы не Российская Федерация, которая поперла захватывать наши земли, при этом выдавая их за свои исконно русские. При этом подписав все документы в 1991 году о границах. При этом практически к 2000 году закончив демаркацию практически всех границ. Кроме в 2013 году только Азовское море, там заключили договор о том, что считать его внутреннее. Не смогли демаркировать его. Вот. Но даже Керченский пролив был демаркирован. Вот. Так что... Мы не Россия, поэтому мы ждем. Если Молдова попросит, будем рассматривать вопрос. Если не попросит, значит так все и будет статус-кво. Но не мы формировали эту группировку. Ее формировала на тот момент командующий 14-й армией генерал Лебедь. Не помню его точное звание, по-моему, генерал-лейтенант он был на тот момент. Вот такая вот история. Ну что ж, на этом будем заканчивать сегодняшнее видео. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Огромная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает мой канал. Благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить в Збройные силы Украины. Перемога за нами! Слава Украине!